Друзья, всем привет! Здорово, ребят! Приехал ко мне уже Макс. Вот встретились на вокзале. И сейчас решили для вас отснять благотворительность. Давно уже не было благотворительности. И вот я считаю, что такие видосы снимать нужно, потому что они вот мотивируют людей. Когда я вот оплачивал бабушкам покупки, много людей тоже оплачивали бабушкам покупки в супермаркете. И в первую очередь вы это делаете для себя. Главное отдавать, потому что вам от этого хорошо и приятно, да? Неважно, да, как там человек потратит эти деньги, пусть он их хоть пробухает. Неважно, вы делаете это для себя. То есть посыл в том, что нужно отдавать, так что это очень важно. Икру хочешь? Честно, все. Смотрите, две банки икры. Что вы сейчас хочете? Рыбу такую, червоную. Будет, да? Две рыбы. Не, подожди, что это я что-то... Нет, ну я же только что рассчитался. Можете спросить у охранника, у кассирши. Просто делай людям приятное. Благотворительность сегодня. Только сегодня такой день. Сосиски, мясо. Так, давайте, а то вы не возьмете, я вам сам. Так, какую выборочку? Филе, да? Две филейки. Так, сосиски, может? Нет. Вот эти докторские, да? Бачки докторских. Все, жду вас на кассе. Все. Вы меня спрашивали, как я сейчас занимаюсь благотворительностью. Лично я вот сейчас не занимаюсь. Я поручил это дело, можно сказать, родителям, любимой. Вот 5% отдаю, и они инвестируют. А вот я лично такой занимаюсь мелкой. Ну, делаю людям приятное. Там, помогаю бабушкам, оплачиваю покупки в аптеке, в супермаркете. Можете еще что-то пойти взять? Спасибо. Благотворительно сегодня. Спасибо. И самое главное здесь то, что не важно, сколько вы отдаете. Главное, что вы это делаете, знаешь, регулярно. Вот ты как занимаешься благотворительностью? Не так пока масштабно, как вы. Тоже не важно, сколько. Да, главное, да, да, делать. Ну, это, конечно, большой экстрим, когда заходишь на рынок, просто на рынок, находишь пенсионера, какого-то там бабушку, и покупаешь ей там. И когда говоришь, покупаем, ну, берите все, что вы хотите, то она много реально не набирает, она набирает там на 200, на 300 гривен, то есть это максимум, ну, 1000 рублей, да. И она говорит, боже, как я это все донесу, и это такой и экстрим, и очень сильно приятно, и как-то все дела тогда идут лучше, да, действительно. Вот это круто, вот такие поступки, они для вас, они должны вас мотивировать, и плюс эти люди, да, вам желают. Да. Больше, чем на день рождения. Да, блин, и свечки ставят. И вам это, да, вот ничего не стоит. Стоишь в очереди в супермаркете, видишь перед тобой бабушка, ну, что она там берет, да? Угу. Три яйца, полбуханки хлеба, да, и да, масло. Все. Возьмите, оплатите. Да, они боятся, конечно, боятся, же. С этим тяжело, да. Спрашивают еще, от какой партии. Да, там, за кого голосовать. Часто. Это очень часто. Берите, что вам нужно, я серьезно? Все оплачу. Серьезно. А вы кто? Может, для вас голосовать надо? Нет. Я говорю, что я с благотворительной организацией, там, помощь пенсионерам Украины. Вот такое прокатывает. Так. Ну что, подарок, да? А, Макс мне тоже подарок привез. Как вы думаете, что мне Макс подарил? Что можно подарить человеку? Вот интерактив сейчас. Ребята, что бы вы подарили Тарасу, когда вы его увидели бы? Не, ну как ты сказал, что подарить человеку, у которого все есть? Да, вот это самое интересное. Вот, Макс мне подарил книгу. Я, правда, пока не знаю, какую. Давай открой, да? Заморочился, ну, запечатал. Ну а как же, да? А как же? Ну, я люблю, знаешь, так по-красивому. Я знаю. Уже можно рвать, да? Ну давай, еще один покажу подарок. Короче, две пищи, одна для ума, а другая для желудка. Банка огурцов просто... у Макса в городе это... Что это? Огурцы? Это фишка. Это фишка до города. Так, Клейтон Кристенсен. Стратегия жизни. Одна из самых значимых книг о личной философии 21 века. Forbes. Честно, я такой книги не слышал. Шикарная книга, почитаешь. Так вот что, такую, ребят, книгу, да, мне Макс подарил. Спасибо, чувак. Пожалуйста, так, пожалуйста. Так, а я тебе дарю, как и договаривали. Ты же те выбрал, да, Атлантики? Ну, они не знают, знаешь как? А уже все, нет. Ну и хорошо. Я взял одни. Знаешь, мне в комментариях там писали люди, да, типа там часы, говно. Я говорю, ребята, хоть за 100 рублей, мне не главное, не главное, чьи часы. Кто писал говно? Часы, говно, часы, блин, говно, часы, блин, писали, по 600 реально. Баксов. Какие у тебя часы, если ты писал, что это говно? У меня вот часы за 500 баксов. Вот это дороже. Вы думаете, что я в Ролексах хожу каждый день? Ролексы — это выходные часы. У меня такие часы на повседневную носку. Ну, потому что ты там вечно они
царапаются вот золото. Я не хожу в роликсах, я хожу вот в обычных часах за 500 долларов. В Атлантике вот у тебя за 600 долларов. О, охрененно. Что это, голимые часы? Мне, я говорю, ребят, тут не в часах дело, тут реально дело в том, чьи они. Вот найдется какой-то хейтер, да, такой? Ну давай, ты примеряй, я буду снимать. Швейцарские часы. Так у Макса тоже он нормальный. Да. Тоже подарок. Огонь. Часы бомбы. Мне нравятся эти? Конечно. Тут нажимай, да. Пошел, да, вот видишь. Теперь нажимай пауза. И вот эта кнопка сбивать. Чикс. Ух ты. Ну это серьезка. Прикольно. С хронографом. Ну, Атлантики. Шикарно. Можешь загуглить, это нормальная фирма. Загуглите, ребята, если не верите, блин. Что это за часы? Смотрите, даже шикарно. Вот, карточка тебе идет. Видишь, швейцарское качество, вот, с 1888 года. Подпись, короче. Пушка. Так, ну вот мы и на вокзале. Я последний раз снимал здесь благотворительность. Помнишь, да, старое помню, видео? Помню, да, года два назад. Года два назад. Вы что, шутите? Нет, серьезно. Давайте. Держите, просто держите, делаем людям приятно. Да не дякую. Вот, купишь много конфет. Конечно. Держите. Да вы что, сидите? Серьезно? Нет, серьезно? Да, да, все. Ну. Передайте привет. Спасибо. Вот бабушка продает цветы, да? Пойдем? Пойдем. Здравствуйте. Мальчики, здравствуйте. Сколько стоит? 50 и 40. Это гарантия, две недели будет стоять. Выбирайте, какие на вас будут. Такие. Вот это два братья вступило. С Васильфова, Калиновка, Васильфова. Без ГМО, мальчики. Да я к вам не за цветами подошел, я с благотворительной организацией, и мы помогаем пенсионерам. Сыночек, ну не надо. Хоть у меня дочка с церебральным паралитом, а мне 83 года. Вот я хочу... Помогаю, понимаете? Так что держите деньги, цветов не надо, 500 гривен вам. Да ну, дедушка, вы не страшно. Давай, вышли. Иди забирайте цветы. А куда их тем? Иди. Продавайте, да. Сыночек. Зарабатывайте. Я за тебя буду Богу молить. Я сказать хочу. Тарас Максим. Ага. Хай Бог сторицей вам поверне. Ну, мне, Боже, як мій невдобно, я не можу вам передати. Все нормально. Все нормально. Хоть Бог сторицей верне ваше подаяние. Щоб ви ніколи не хворіли, щоб все у вас було в житті, те, що ви хочете. І вам теж, поможи Господи. Хорошого дня. Спасибо. Как приятно, да? Да, это приятно, Боже, конечно, класс. І вот так всегда, да, когда нормальные, адекватные люди, всегда так реагируют. Да. Это просто, ребята, непередаваемо. Мурашки по коже просто. Уже зарядились, да? Да, уже заряд такой пошел. Мы же показываем это, знаешь, ну, не для понтов каких-то. Это как бы как пример. Надо напоминать людям об этом, потому что мало. Да, это важно, типа. Многие очень... говорят, зачем ты снимаешь, делай это втихаря. Я делаю это втихаря. Да. Но нужно же и показывать это. Если бы такого контента было побольше, менялось бы общество немного, да? А там ну, всякая да. дичь, типа. Это плохо. Нет, спасибо. Понимаете, мы должны вот снять отчет. Да, отчет у нас. Мне ничего не надо, у меня хорошо, хорошего вам дня. Здравствуйте. Мы с благотворительной организацией помогаем пенсионерам. Спасибо, мы пенсионерам, но нам помощь не нужна. Нет, держите. Это мы должны снять отчет, что мы помогаем 500 гривен для вас. Это просто так. Да. Ну, вот я медработник, когда была, то тоже помогали, мы носили эти взносы. Спасибо. Все, хорошего вам дня. Да, я тоже не отказался по помощи. Ну, он же сказал. Сразу говорить не надо, а потом я тоже хочу. Здравствуйте. Мы с благотворительной организацией Инстардинг. У нас сейчас мы раздаем помощь пенсионерам, в общем, называется. Да. У нас акция сейчас. Держите, пожалуйста. Вам 500 гривен. Держите 500 гривен как пенсионеру. Нам нужно отчитаться просто на камеру, что мы раздаем действительно деньги. Молодые возьмите, пожалуйста. Люди сказать, что я украла сейчас. Возьмите, пожалуйста. Нет, да вы что? А вы что? Я не возьму. Страшно. Да просто помощь просто для вас. Помощь. Вы голубей кормите, а мы вам денежки даем. Все. Мы же не всех выбираем, не понимаете? Не удивляйтесь так, все нормально. У нас есть бюджет, вот, который мы должны раздать обязательно сегодня. Да, да. И записать это на камеру. Нам нужно отчитаться. Да. Возьмите, пожалуйста. Купите себе что надо, все. Возьмите, пожалуйста. Не переживайте, это чисто, все нормально. Деньги. Все нормально. Все, все хорошего вам дня. Откуда? Как называется благотворительность? Инстаргинг. Помощь пенсионерам Украины. Осторожно. Все, спасибо. Все. Хорошего вам дня. Всего хорошего. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Что я хочу?
Мы из благотворительной организации, помогаем пенсионерам. А ты можешь отмазать? Чего? А мы помогаем. Деньгами. Деньги, возьми, пожалуйста, 500 гривен. Дадим мне 100 гривен. Конечно, дадим сейчас. Возьмите, возьмите. Есть у тебя еще? Конечно. Так, и вам возьмите тоже. Держите, 500 гривен 500 вам. 500 гривен вам. Все, хорошего вам дня. У нас есть деньги, мы их должны раздать, вот снять, чтобы что мы вам вручили. Нет, у которых фильтр я не пользуюсь. Это которых фильтр я его не пользуюсь. Которые что? Мы должны отчитаться. Это отчет, это просто отчет. Это просто так вам денежки, все. У нас есть деньги, мы должны их раздать, понимаете? Это отчет. Это просто так, все, хорошего дня. Может быть, почему? Что мы вам дали деньги, что мы их не себе забрали, понимаете? Мы должны раздать. 500 гривен вам. Все, хорошего вам дня. Все, всего доброго. Да, да, люди так и реагируют. Ну, у нас, я как бы с маленького города, то там чуть попроще. Меня узнавали не раз. Боже, а вы Максим? Да, вы так поете красиво. В смысле поете? Ну, я как бы певец вообще. Да? Да, да. А где ты пел? Ну, это вообще моя профессия, я вообще певец конкретный, профессиональный, типа. Да. Ну так, а как она узнала, что ты поешь? Она слышала твое выступление? Тысячу раз выступал на сцене, она очень любила. В городе, да? Да, да, в городе она выступала. Так, идем, отсчитаем деньги, меня уже закончилось. Курточка удобная. Хожу в этой курточке уже, блин, сколько лет? Уже 2 года, да? Вот как ходят миллионеры. Да, в одной курточке. В одной куртке, потому что я не парюсь, да? Я не выбираю куртки, я выбираю недвижку, ребята. А у нас наоборот, люди, они могут, да, какую-то технику выбирать 2 недели. Да, 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 да. А если покупают какую-то там недвижимость, все, берем. Ну или телефон тоже, у меня еще до сих пор iPhone 5, блин. Да, расскажи концепцию, почему так? Ну, концепция почему так? То есть я сразу добьюсь целей повыше, точно так же самое, Макса, как Макса цель квартира. Квартира сейчас, да. А не, блин, покупать новые, блин, айфоны, так как и у меня. Я со стареньким ноутбуком работал. То же пока самое. Не купил квартиру. То же самое. Опять эта дрель, да. Дрель везде. Мы с благотворительной организацией помогаем. Мы просто помогаем людям и все. Вот вам 500 гривен. Не надо мне идти гулять. Не хочу я ничего. А просто помощь. Не надо мне помощь, нет. Пойди гулять. Чего вы такой нос? Не хочу. Мы повинні відчитатися, что мы... Идите, не надо мне. Добре, хорошего дня. Извините. Можно вас? Мы с благотворительной организацией помогаем пенсионерам. Тримайте 500 гривен для вас. Ну, спасибо. Я живой пенсионер, хочу взять билет и не могу найти. Вот, билет. Все. Хорошего дня. Я не могу выговорить слово благотворительной организации. Благодарна. Благотворительная организация. Здравствуйте, как ваши дела? Мы не свидетели Иеговы, мы благотворительная организация «Инстардинг». Сегодня у нас акция, мы раздаем помощь людям, помощь трудящимся, помощь бабушкам. Возьмите, пожалуйста, 500 гривен. Возьмите, пожалуйста, это все нормально? Зачем это все? Просто так, помощь. Просто мы должны помощь. Раздать деньги, снять, что мы типа это сделали. Все, хорошего вам дня. Всего доброго. Вот так вот, если не берут, засовываешь в карман и да, все. Да, лучше засунуть и уйти. Здравствуйте, дедушка. Да. Как ваши дела? Мы с благотворительной организацией. Да, благотворительная организация «Инстардинг» помогаем людям сегодня. Вам повезло, вы получили 500 гривен. Вот так вот. Хорошего дня вам. Серьезно? Да, серьезно. Все. Все. Всего хорошего. Спасибо. Так, вот стоп, Макс присоединяется. Стоп. Я присоединюсь, потому что, блин, как-то... Неловко уже, неловко, да? Неловко, конечно. Ребята, самый кайф, когда раздаешь свои деньги. Тот раз мне бюджет тоже выделил, а я хочу свои еще деньги пораздавать. Погнали. Здравствуйте. Мы благотворительная организация «Инстардинг». Да. Помогаем трудящимся, рабочим, пенсионерам помогаем. Держите. Вот вам 500 гривен. Все, всего хорошего. Хорошего вам дня. Всего доброго. Спасибо. Здравствуйте, можно вас? Мы с благотворительной организацией помогаем пенсионерам. Ой, боже, походи на Бога. Да держите! Да вы что в самом деле? Мы помогаем, это вам помощь, держите! Идите, не надо, чтобы я вас не бачила с грешми. Чего? Вы хорошие, ходите. А с грешми текать буду от вас. Все, уходите. О. Нашу, калика, я не калика. Да при чем, мы просто вам мы помогаем. Мы пенсионерам не помогаем, надо, у нас. Не надо мне помогать. Вы хотите этим помогать? А мне не треба. Ну ладно, все, бывает здорово. И вам, спасибо. Хорошего дня. Ох, жестко, да? Жестко, да. Ну это нормально, это вообще. Да, вот привыкайте к таким реакциям. Да, да, да. А если будешь упрашивать, будет еще хуже, понял? Да, да. Да.
такие могут послать. Это помощь для вас, 500 гривен. Благотворительно. Это просто так? Просто так, да, держите. Все, хорошего вам дня. Мы сегодня раздаем денежки, вот вам 500 гривен. Все, спасибо вам большое. Да, хорошего вам дня. Хорошего дня. Господи, дай Бог вам здоровья. Спасибо. Спасибо большое. Ребята, как вообще можно дизлайки ставить, блин? Вы сначала сами, типа, да, раздайте деньги. Они сами себе дизлайки ставят. Лучше же захейтить кого-то, чем подорвать задницу. Ну, конечно, захейтить проще. Конечно. Ходим по базару. О, вот и бабушка. Как раз у бабушки в кошельке пусто. Раз, я уже все раздал. Да, у меня еще есть. Здравствуйте. Мы с благотворительной организацией. Это вам помощь. Держите. Так, а мне эти шуточки. Нет, это не шутка. Мы помогаем, и мы должны снять, что мы помогаем, понимаете? Отчитаться. Отчитаться, да. Бюджет, держите. У нас бюджет, нам нужно раздать. Усмотрение. Нет, я... Держите, это вам от чистого сердца помощь, понимаете, ничего делать. Что это здесь? 500 гривен. 500 гривен вам. Все, хорошего вам дня. Всего доброго. Да, чудеса бывают. Если учесть, что у меня ровно 500 гривен неделю назад вытащили из этой вот сумки. Видите, как вы? Да. Бог все видит. Да, Бог все видит. Хорошего вам дня. Счастливого вам. Вот, да, как такие люди притягиваются, да, да, вот. Да, кому надо, тут у нее украли 500 гривен. Мы вот так вот, да, чисто. У нас радар. Да, да, да. Оно все, сила притяжения работает. Мы с благотворительной организацией помогаем пенсионерам. Держите, вам 500 гривен. Все, хорошего вам дня. Так, все. Бро, я не знаю, захватил. Без слов в этот раз. Итак, друзья, наша благотворительность, наконец-то выговорил, подошла к концу. Деньги раздали, камера села. Едем сейчас с Максом решать дела. Как, зарядились, да? Да, заряд энергии вообще. Как ощущения? Да огонь просто. Что тут сказать? Ребята, это реально круто. Надо пробовать это. Надо это делать просто. Надо делать. Сейчас едем решать дела с таким, да, настроем. Да, кстати, конечно. Макс ведет канал по заработку. Подписывайтесь на канал по заработку. Ссылки будут все в описании на все каналы. Там будет много всего интересного. Я буду рассказывать о новых инвестиционных проектах. Рассказывать про инвестиции в акции, в золото, в крипту. То есть я буду полностью показывать, как я инвестирую. Также ребята будут выпускать видео по обучению, делать тоже обзоры на разные проекты. Какой вывод из этого всего мы можем сделать? Отдавайте деньги, но не... Не просить. Не попрошайничайте. Да, не попрошайте. Я учу людей отдавать. Это две разные вещи, да, отдавать и попрошайничать. Потому что после этого видео, после всех таких благотворительных видео, мне в личку начинают писать: Тарас, ты же раздаешь деньги на улицах, дай мне денег. Ребята, не просите, сами отдайте. Да, скидывайте мне деньги в личку, а я их буду отдавать бабушкам. Шутка, конечно же, я никогда у своих подписчиков денег не прошу, никогда. Если кто-то спросит от моего имени деньги, это фейк, это развод. Много мошенников в Инстаграме, в ВК. Так что, ребята, это очень важно. Отдавать могут... Все абсолютно. Все. Неважно, сколько вы зарабатываете. Хоть 1000 рублей в месяц, но 10 рублей вы отдавать можете. Понимаете? 1%, 5%, 2%. Каждый из вас может отдавать. Просто попробуйте. Лучше попробуйте, не откладывайте это на завтра, а сегодня прям пойдите. После этого видео. После этого видео. Вот вам, да, мотивация. Отдайте просто. Реально, столько получите позитива. Встречается негатив, но очень редко. Сколько? Да, два человека, да? Два человека, да. А в основном все желают, благодарят. Это реально круто. Итак, огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку. Подписывайтесь на все каналы, ссылка в описании. Подписывайтесь на основной канал Инстардинг. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также подписывайтесь в мой Инстаграм, там много пользы, мотивации. И обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк, конечно же. Всех люблю, целую, да? Или это твоя фраза? Это моя, тут уже не надо. Поставь лайк, это общая фраза, знаешь? Да, 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 да. Всех люблю, целую, а ты? Всем удачи и всем пока, ребята. Пока.